так подпрыгнул. Ну, что... Ура! Один. Пуск! У меня 50 секунд. Ваньки 30. Обгоньки найдешь. Ваньки 30. Попробуй одна. Не первый раз. Ваньки еще раз не а лучше за пятой точкой. Давай, давай. Подпрыгни. Ну что это сам? Димыч, можешь сходить там еще? Попроси, пожалуйста. Попроси, пожалуйста. Андрей, скажи, пожалуйста. Дядя Андрей, сделай, пожалуйста, чем-чай горячий. Ну делай. И скажи, сколько нас 46 секунд. Погнал, у меня... Я попытаюсь сейчас прыгнуть, чтобы не упасть. Я могу... О, я попробую переправиться вслепую. Сама трудно будет. Карабины, по-моему, не так стоят, очень плохо едется. Один карабин точно не так? Да, да, не так. Ну, вообще-то сядьте, потому что с ним ничего не видно. А он не так назад доехал? Он не так нет, сел? Потом слезть, ну, я не понял, Ромка, ты все-таки думай. Это переправа, слезть? Чтобы переправиться через реку. Он не так сел. Если тебе нужно на тот берег, зачем тебе сперва на тот берег, а потом на обратный? Руками. Ну, хочешь так сниматься, пожалуйста? Я там не слезу. Не слезешь, не надо. Сильно повиснешь, позовешь на помощь. Надо мы тебе поможем. Сесть, а пока... Заснимку пять печенья. Нет, за снимку люди по команде, друзья по команде помогают. Да посмотрите, пожалуйста. Вы не путайте. Ты путаешься. Карабин быстро. Быстро. И не суетясь. Вот у тебя все время много суеты. Да. Нужно просто не суетиться и спокойненько. Под руку подставлять его, под палец сразу. Один, два. Ванька, слезь. Ванька. Не надо. Ой, а почти. Сколько метров эта веревка? Посчитай. Пройди под ней. Посчитай, сколько шагов подели надо. Рыж, ты тяжелый. Ты не гинаешь веревку. Зацепляешься. 50 килограмм. Вот именно. Хмурый весь, слушай. Серьезное заявление. Ну, дотягивай до карабина, дотягивай. Тащи себя, осталось чуть-чуть совсем. Ну. Ноги закидывай. Ты уже 40 секунд. О, Леха, ты бы видел, как я лазил. А ты лагерь как разрешается отойти? Мне что разрешается? Мы вот это молодые были, не было каких-то проблем. Минута. Выигрывал все большие скорости. Люди бегали прям по веревке, наверное. Уже там. Рысь, а он цепляться сам будет? Нет, конечно. Нет, он вообще минуту позже. Давай, закидывай ноги. Молодец. Теперь выкидывай ножки, будем слезать. Разморачивай мутки, проверяй туда. Рыбину не расставили? Нет. Ну, ровно. Ну, ты держи. Мухты ты не раз. Так ты же должен был выкидывать. Накидывай ноги, снимаешь. Пробуй сам. Пробуй. О, отлично, снимаем. Только ноги держи на веревке. Я ж тебя не вижу. Ну, выкаблучивай его из веревочки. Ну, еще немножко. Смотри за собой. Смотри за собой, вынимай его с веревки. Ну, снимай. Ну, так неинтересно. Может. Еще раз, забрось ноги, держи их на этом. Видел, как я делаю? Вот так, ничего страшного, чуть-чуть поболит. Держи крепко, держись. Ничего страшного, давай. Один карабин хотя бы сам. Вот я тебя придержу. Смотри на него. Ну, сам, давай. Я тебя уроню. Скорее, я не удержу. Снялся, нет? Нет. Ну? Не могу. Тогда ноги сам держи. Сам держи ноги, а я тебя буду снимать одной рукой. На обеде. Нянька. Нянь. А вы стоять пойдете? Нянька. Чего? Надо на кого лагерь стоять. Ну-ну. А мы идем. Классно.
сейчас Иван всех обставит. Не, он достаточно быстрый. Молодец, молодец, Ванька, до карабина. До карабина. Оп. Раз, отлично. Снимай. Накидывай ноги. Ноги. Отойдите! Вы его отойдите! Тимыч, под бревном не ходи! Так! Он все правильно! Я знаю, ну как быстро! Да, 20. Ты карабин не отдал. Да, ну. Ага. Я не думал, что. Пусть будет 30. Полминут нормально. Вообще-то быстрее. Кто? Ты? Да, 25 секунд, да. С отдаванием карабина, да? Да. Будь, я думаю, ты меня сейчас забудешь. Бежал так сильно прям, по веревке. Молодец. Даже больше рысь. Я уже одну взял. Все, с теми грудной будет. У тебя ноги такие, как велосипед, как будто на велосипеде едешь. Леша, сюда идите с Тимом, берите мячом. Нет, я хочу свой личный. Говоришь, что не будет, иди сам закрыть. 40 секунд, 20 секунд. Ты там нету никого под веревкой? Только я пришла. Милиционер. Тихо все. Милиционер какой. 3, 2, 1. Пуск. Хоп. Так, там далеко до дерева? Далеко. Не очень. Ну еще. Давай чуть-чуть. Там все. Давай, вот касайся. Вот рысь. Ногой достанешь. Готово? Стоп. Отнеси, пожалуйста, на кухню. Где отдавать карабин? Я вижу. Сюда, сюда, сюда. На сюда. Звук беги. На звук. Осторожно, осторожно. На звук. Сюда, сюда, сюда. Нет, это Ванька. Дерево осторожно. Еще, да? Да, все. Да, да. Не бойся. Все, 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 все. 54. Я с Плаксом не разговариваю. Ты разводишь? Рысь, у тебя страховка на середине. А сюда? Я это сам, поведя кипос. Полурит. Так называется. Мама, почему мне на середине система падает? Нет, поэтому падает. Должны вам. А Сережа живет посередине. А кто-то из команды должен сюда натягивать веревку, чтобы не слез. Достал, я все дал. Две. А шестерку? Шестерку нет. Достал, можно использовать бумагу. Нет, Осик обычно вяжется двойной. А чтоб тормозить там еще больше. Ну, по бедности вяжем один. Угу. У нас минут совсем. Веревки нет. По идее, туда едет, а ладно, не будет. Ну, более-менее. Это тормоз. Это делать посередине. Не знаю. Смерти. Ну, все, спокойно. Это тормоз. Так вот он. Тормоз уже, по идее, держит частично веревочку. Если просто вот так вот вручную двигать, это будет уже легче, чем если двое натягивать веревочку.
Но еще можно тянуть полиспад, оказывается. Для этого вяжется второй ключ. Он будет у нас этот держащий, да, а этот тянущий. Он может быть, по идее, длиннее, но особо длиннее не получается уже. Вообще, давай один жумар засунем. То есть, второго используем жумар. Угу. Еще руку. А почему жумар руку не тянуть? Потому что человек существует тонкий. Если он падает, он умирает. Жумар не обладает умом. Его нельзя остановить в момент. Мы можем только... Его нельзя управлять, как рукой. Вот это один блок для основной веревки. Видно? Не тяни. У меня рука, дорогие. У меня рука, она не поделится. Идет вот так. То есть вот этот тормоз тянущий, он, вот это вот это наша рука, которая натягивает. Mm-hmm. А вот эта рука, которая поддерживает, переходит. Но, смотрите, если мы сейчас начнем тянуть, все будет хорошо. Кроме того, что для того, чтобы закрепить веревочку, нам придется все это ослабить, опять снять и прочее. Для этого существует другой способ, идентичный, но чем более узкий угол, то есть чем более острый, тем лучше тянуть. Чем больше топтаться по веревке, тем она больше портится. Тянем. Тянуть лучше на... Нити, шурати, нити. Они золотые. Смотрите, и раз, и первый ожлёг на веревку. И раз, и раз, и раз. Надо просто хотеть, не жить. Приемы. Все. Шли. Отпусти и руки отверни. Отпускайте, все. Тормоз держит. Смотрите, что происходит, да? Вот тормоз немножко вытянулся и держит руку через руку. Вы себе там будете тянуть получше, чтобы не поменялось. Стоп! Руки. Ты что, Вообще сейчас может выстрелить. Да? Вот это еще опасный раз. Вот это может выстрелить. Железо. Глупое. Перевязать уже, ну, это перевязать. Это вся команда работала. Там, мы сейчас по линии все заезжали. Половина работает. Иди пошли. Ты еще извини того. Ты еще. Я пойду в ту часть. Идите. Мою только раз. Да не так, залезьте нормально. И вылезьте. На место сядьте. Держитесь руками так, как я показывал, так делайте. Теперь стукайте ногами. Теперь опускайте. Теперь попрыгайте опять.